Хетафе по правому флангу. Вошел в зону, подключил здесь защитника. Сэрсон с неудобной руки. Снова Сэрсон обыгрывает Салах и в пустые ворота заводит шайбу. Ничья 1-1. Вот так Михаил Сэрсон сегодня мало того, что стал рекордсменом клуба по количеству матчей в континентальной хоккейной лиге, так еще и забросил. Причем забросил как? Вообще никак защитники это делают. От синей линии подключился, обыграл вратаря и забил шайбу в пустые ворота. Вот так. И где это преимущество Локомотива, о котором я уже сокрушался буквально пару минут.